вами канал «Сад, огород, цветы». Наступила весна, и в садовых центрах появились различные цветы, кустарники. Сегодня мы с вами будем вести разговор по поводу того, как выбрать лилейник, как не ошибиться в выборе и на что обратить внимание в первую очередь. Итак, выбор лилейников сегодня огромен, и сорта различаются по форме, по окраске, по высоте цветоносов. Некоторые особенности незаметны, они проявятся уже в саду. Поэтому при покупке лучше выяснить все детали. На что же мы обращаем в первую очередь внимание? Продолжительность вегетации. Лилейники различают на листопадные, полувечно зеленые и вечно зеленые. Эти различия не связаны напрямую с морозостойкостью. Для вечно зеленых и полувечно зеленых опасны не столько морозы, сколько продолжительные оттепели. Второе, на что мы обращаем внимание, продолжительность цветения отдельных цветков. Различают дневные и ночные лилейники, а также долгоцветущие. Ночные раскрываются вечером и увядают на следующий день. Третье, на что мы обращаем внимание, это продолжительность цветения растения. Это самая важная характеристика. Среди сортов преобладают повторно цветущие. Спустя некоторое время они зацветают заново. Но есть и такие, где новые цветоносы появляются равномерно после начала цветения. Четвертая особенность, на которую в обязательном порядке мы должны обращать внимание, это разветвленность цветоносов. Она бывает трех- и четырехкратной. Для умеренного климата подходят сорта с высокой степенью разветвленности. На таких побегах мы можем наблюдать огромное количество цветов. И, наконец, пятая характеристика – это характер окраски. Малиновые, коричневые, фиолетовые тона лучше сажать в защищенном от солнца месте, потому что они выгорают. Светлые же тона, желтые, розовые, оранжевые, хорошо разместить на солнце. Учитывая эти особенности, вы без труда выберете лилейник на свой вкус. Я желаю вам удачи в выборе и в обязательном порядке, уважаемые зрители, обращайте внимание на корневую систему. Корневая система должна быть здоровой, крепкой, разветвленной. И к тому же желательно выбирать, чтобы был виден росток, небольшой по длине, но чтобы вы видели, что уже наклевывается этот росточек, чтобы вы знали, что это растение, будучи посаженным в грунт, даст вам в дальнейшем пышное цветение.